Всем привет! Это видеообзор лакомства для котов фирмы Trixie. Это крем или паста. Значит, это паста сделана из курицы в основном. В тюбике 75 грамм. Тюбик металлический, можно хранить в холодильнике. Значит, курица 56%. Также есть бульон, овощные белки и крахмала немного для затвердения. Также минералы. Паста не содержит ни сахара, ни глютена, что отлично. Паста имеет вот такой внешний вид. Мэнсон съел уже 3 таких колбаски, пока мы снимали видео, поэтому пока он решил сделать перерыв. Хотя, кто его знает. В общем, кот остался абсолютно довольным. Спасибо вам за внимание.